В ринге боксера 9-й пары первый полуфинальный бой весовой категории до 81 килограмма красного дуринга. Садили Сянова, 83-й отдельная дистанция, штурмовая бригада города Сулич. Синего дуринга Альберт Карибян, 31-я отдельная дистанция, штурмовая бригада город Ульянов. Первый раунд. Красного Ульга готовится продолжить бой. Мастер спорта России, представитель 83-й отдельной дистанции штурмовой бригады из Уссурийска Савелий Садома, боксер 1998 года рождения. Счет боя проведет чемпион Дальневосточного федерального округа, победитель Кубка командующего ВДВ, чемпион международного турнира памяти Короткова, тренер боксера Малинин Устюжанин, заслуженный тренер России Габдур Каев, Савелий Садома, Уссурийск, красный угол, секунданты зарин. Второй раунд. Thank you.
Синего Булинга готовится продолжить бой. Мастер спорта России международного класса, представитель 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады из Ульяновска Альберт Горидя. Спортсмен 1993 года рождения. Провел на ринге 230 боев, одержал 200 побед. Чемпион Кубка ВДВ 2019 года. Финалист Всемирных военных игр в Южной Корее. Его тренер, заслуженный тренер СССР и России, Альфред Гришин. И секундант в этом бою мастер спорта России международного класса Надежда Уларов, Альберт Горидя, Ульяновск, синий угол. Третий раунд. К рингу приглашаются боксеры 10-й пары Олег Жарков, Ула.
Данил Цыпкин, Псков. Десятую пару судей, трефери и мама. Боковые судьи. Туманов Першин, Шишенин, Мамычкин, Самарский. В этом бою победу по очкам единогласным решением судья держал и завоевал право боксировать в финале турнира боксер из Красного Угла Савелий Содома. 83-я отдельная безоружная штурмовая бригада города Уссурийск. Альберт Корига становится бронзовым призером турнира. Награждение чемпионов, финалистов и призеров турнира будет завтра после проведения финальных боев.